Друзья, всем привет! Сегодня нарабатывали и хотим для себя оставить для памяти, что мы делали. Сегодня делали мы следующее. Сегодня был партер, партнер со стороны ног, и мы отрабатывали перевороты партнера, и потом я должен выйти в положение верхом. И отрабатывали, как бы комбинировали три переворота. Первый переворот – это когда я отсюда заряжаю ногу, подтягиваюсь, да, отсюда. И переворачиваю его с выходом на него. То есть ногой ногу заряжаю, вернулся. С таким захватом тоже можно. К нему приблизился максимально. Да. Ногу убрал и вышел на контроль. И с переходом там на болевые. После того, как проработали этот переворот, проработали следующее. Партнер знает, что я буду ногу заряжать туда, он мне не дает, подходит. Поэтому делаем вариант в грудину. То есть я пока пытаюсь ногу зарядить, а он подбирается сюда, и не получается ничего. Захват у меня правосторонний. Правое колено лежу на боку, вставляю ему в грудину диафрагму и натягиваю руками. А после этого он немножко приподнимает таз. Плечи я опускаю, таз поднимает, делаю такой же переворот. Вот эти два. И вышел на контроль. То есть пытаясь зарядить ногу, не получается. Отсюда перекрыл, натягивая одновременно. Накрыл, подмел и перекрутил. Вот тут у нас в процессе работы был такой момент интересный. Был вопрос, а что если, ну, в грудину очень больно, да? Грудина очень больно, в этом положении. Что если партнер закрыл рукой? На самом деле, нисколько не хуже мне отсюда. Потому что, получается, амплитуда мне намного удобнее, больше для давления. То есть он перекрылся, чтобы мне было больно в груди. Я также натягиваю вот сюда, да, переворачиваю, накрываю. Ну и дальше мы что идем? Я пытаюсь сделать первое, второе, а он таз опустил вниз, мне его не поднять. Он таз опустил вниз, мне не поднять его. Вот, крайнее положение, не перевернуть. Отсюда, левой ногой, в этом положении, упираюсь в бедро, толкаю ногой, тяну руками. И также переворачиваю. И вышел на него. И вышел на контроль. То есть мы потом начали комбинировать эти три положения. В начале работы партнер не мешает. Я проработал все три положения, три варианта. А потом партнер начинает уже сопротивляться. Я уже делаю или то, или то, или то. Допустим, начинаю вот это движение делать, да? Что-то не получается. Заряжаю ногу тогда и делаю вариант, который у нас был первый. То есть и так в процессе такой наработки вырабатываются стереотипы, что делать надо в том или том положении. Не получился один переворот, делай второй. Не получился второй, получается третий. Не получился первый, второй или третий не получился. Делаем первый в процессе работы. Вот такая работа сегодня была у нас. Работали над переворотами. Из положения на спине, вот со стороны. Спасибо. Всем всего доброго.